Сегодня мы проводим совместное выездное семинар-совещание с форматом одновременно круглого стола по изучению передового опыта крестьянско-фермерских хозяйств, их организации и осуществления деятельности в Вологодской области. Мы находимся в фермерском хозяйстве Александра Анатольевича Механикова. Хозяйство достаточно уверенно и успешно функционирует более 5 лет. Является участником нескольких программ господдержки, направленной как раз вот на крестьянско-фермерские хозяйства. Это то хозяйство, где уже можно посмотреть реальный результат, и куда мы привезли фермеров практически со всех районов области. Те, кто испытал желание посмотреть, как это все делается, какие технологии применяются, какие способы и методы организации производства для того, чтобы внедрить либо такую же технологию, либо нечто аналогичное уже у себя в хозяйстве. Почему именно Механиков? Потому что, я уже сказал, есть опыт, есть наработки, есть результат, а в свою очередь правительство и департамент сельского хозяйства и продовольствия, представители присутствуют здесь потому, чтобы еще раз посмотреть и убедиться, насколько рационально, насколько эффективно оказывается поддержка из бюджета всех уровней, посмотреть, есть ли какие-то недоработки, какие-то ли существуют проблемы, для того, чтобы учесть это в будущем при разработке порядков финансирования, программ господдержки. И вот здесь вот непосредственно на рабочих, на производственных площадках мы знакомимся со всеми нюансами технологии, смотрим, как растут бычки, как они себя чувствуют, каким образом производится кормление, каким образом производятся вопросы кормоподготовки. То есть вот такой практический, реальный рабочий выезд. Наше хозяйство занимается выращиванием и откормом молодняка крупного рогатого скота. Также мы занимаемся разведением племенных романовских овец. И третья статья дохода у нас – это выращивание зерновых. Мы выращиваем ячмень, горох и пшеницу. Половину из полученного зерна мы используем на собственные цели, и половину мы продаем. Ну, мне кажется, что многие уже что-то подобное видели, знают, понимают. Просто сегодня проходит семинар на базе нашего хозяйства, поэтому я должен показать и хочу показать то, как мы готовим корма, как мы приготавливаем кормосмеси, в каких условиях содержатся наши животные, какие привесы мы получаем, какие есть у нас технологические особенности. Мне хотелось, чтобы люди это видели, знали, понимали, и, соответственно, чтобы я ответил на поставленные вопросы, и в итоге, чтобы наш семинар имел положительное действие, и люди могли какие-то, значит, вещи применить у себя, если заинтересуются. Вот, ну и в дальнейшем, если уж совсем далеко посмотреть, что это каким-то образом пропагандировало мелкое предпринимательство на селе, там, где это возможно. Наша цель вот, провести семинар и показать, как с наименьшими затратами более эффективно использовать те средства, которые есть с бюджета, вот, спасибо правительству, поддержки. Да? И главное то, что эффективность и социальное направление. Люди заняты, люди трудоустроены, есть возможность заработать. И то, что мы делаем, объединив вот эти проблемы, озвучить данные проблемы и доказывать, что нужна не та поддержка, чтобы она была, главное, эффективна. И чтобы деньги работали вот на сохранение деревни, сохранение тех наших провинций, которые сегодня хотят люди работать, хотят заниматься, и они сегодня могут заниматься, а с поддержкой это будет более эффективно и более для того, чтобы сохранилась деревня. Вот главная цель нашей ассоциации. И совместно работать и с другими предприятиями, организациями, и вот и с поддержкой, это будет более положительно и более, можно сказать, социально
социальное направление, привлечь молодежь даже, и чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне, уверенность, что кто-то смелее идти в данном направлении. Сегодня могут любые быть направления, как и животноводчество, как и кролики, как и овцы. Это в любом направлении сегодня есть смысл заниматься на селе. Я думаю, это самая наша главная задача, чтобы для сохранения деревни.